Не спи, послушай, поднимайся, нам камень велено стеречь. Чего кричишь ты? Убирайся, я только-только лег прилечь. Приказ мы получили, строгий, не спать и камень охранять. Вдруг ночью кто-нибудь попробует из гроба тело то забрать. Послушай, камень так огромен. Он весит сотни килограмм. Неужто кто-нибудь способен сдвинуть его сам? За тело жизнью отвечаем. Его должны мы охранять. Не зря нам сотник обещал за службу звания поднять. Что сделал тот мужчина скромный, который в гробу лежит? И камень у дверей огромный, и караул всю ночь стоит. Он сыном Бога назывался, сказал, умру, но оживу. На третий день он обещался воскреснуть в собственном гробу. Но третий день уже начался, смотри, заря уж занялась. Он врался, видно, не стеснялся, и зря так напугалась власть. Принес я вам злакую весть, Иисус, Сын Божий и избранник, из гроба в небеса воскрес. Бегите прочь, всем расскажите, что гроб пустой вам охранять. Иисус, Сын Божий, Искупитель, воскрес, чтоб людям вечность дать. Утешение я.
покажите эту весть благую, гроб открытый покажите, пусть они ликуют. Заветом благостных небес звучит нам песня воскресения. Христос воскрес! Христос воскрес! На третий день воскрес Он. Сбылось все, что говорил Он ученикам Своим, что убьют Его, распнут, кто любил, те предадут. Но не останется в гробе, говорил Он так народе, что Он воскреснет, оживет, а потом к Своим придет. Будет учитель предварять, в Иерусалиме ожидать, и там он явится своим и уверен о нем. Да, своей кровью заплатил за нас Искупитель, как жестоко пострадал Иисус Спаситель. Верны Господа слова, воскресенье — награда. Он воскрес, наш вождь — глава, Он побрал все силы ада. Христос воскрес, любим луча, пусть радость царствует в сердцах у тех, кто стар, и тех, кто молод. Слава Богу до небес! О, слава, слава, слава! Иисус Христос воскрес! Иисус Христос воскрес!